Здравствуйте, в этом видеообзоре расскажу вам про жилой комплекс «Современник», как раз вот второй дом этого комплекса, который вот-вот сейчас сдался, и сейчас в данный момент люди получают ключи, вот некоторые уже припаркованные машины уже делают ремонт. То есть это второй дом жилого комплекса «Современник», кто не знает, если камерой повести, это первый дом, он уже сдан, давно заселен. Перед нами искусственный пруд, там детская площадка, спортивная площадка. В принципе, это все одна территория. Одна территория. Здесь тоже своя детская площадка, но они, территории это объединяются. Вот я там проходил, вот такой заборчик, он немножко отделен. Сейчас вам приближу. Ну, соответственно, потом его демонтируют, то есть люди будут ходить и туда, и сюда. Территория дома огорожена, дом позирует, как бы объявлен как дом без машин, то есть все машины будут за территорией, то есть вот как вот в этом доме, тут нет ни одной, видите, ни одной припаркованной машины, потому что все машины находятся там, с той стороны, тут свободно перемещаются дети, люди гуляют, машины тут не ездят. То есть дом сдан с индивидуальным отоплением, застройщик группы компании «Единство», район Дашково-Песочня, ориентир «Олимпийский городок» за Ледовым дворцом спорта. Так, сейчас зайду непосредственно в подъезд, поспросили снять, показать, как там внутри, ну и заодно немножко вам порассказываю. Так, вот смотрите, мы вошли в подъезд, ну то есть дом «Современник» стоит из двух домов, то есть на правую сторону пошли дом и на левую сторону. Пойдемте с вами налево, покажу вам подъезд. То есть в холле нас встречают такие симпатичные ящики почтовые. Оп. Жилой комплекс «Современник». Это я сейчас в подъезде, где 25 этажей. Вот так вот красиво в холле на первом этаже. Сейчас покажу вам входную группу. Оп. Лифтовой холл. Вот так вот красиво. Лифты вытесы. По-моему, классно. Вот так вот круто. Сейчас на 25 этаж поднимусь, поснимаю, что там, как подъезд выглядит. И, может быть, вид из окна с высоты вам тоже продемонстрирую. За мной. Так, вот так вот выглядит лифтовой холл жилого комплекса «Современник». Это я сейчас на 25 этаже. Вот смотрите. В принципе, все покрашено, плитка. Лифты находятся как бы в середине подъезда. И потом, соответственно, люди выходят и уже расходятся по своим квартирам. Тут тоже плитка, тут вот такая покраска. Все освещено, двери. То есть вокруг лифтового холла, соответственно, входы в квартиры уже собственников. Так, сейчас вам покажу. Вот так вот. Ну, сейчас пока как бы здесь только обживаются, люди получают ключи, поэтому здесь, скажем так, не убрано, пыльно, но потом, соответственно, управляющие компании, кто там, уборщицы, будут убираться. Вот так вот. И в этом доме, хочу вам сказать, есть еще непроданные квартиры, хоть он уже сдан. Единственное, что квартиры больших метражей, ну трешки где-то метров 100, они стоят там где-то 4-150, но мало ли вдруг есть такая сумма, есть возможность взять ипотеку, купить квартиру в нормальном доме застройщик группы компании «Единство» и сразу же получить ключи, делать ремонт, не ждать. Возможно, для кого-то это подходящий вариант, так что запомните. Вот так вот, следующий за мной дальше. Я сейчас нахожусь на 25 этаже. Честно говоря, вести съемку и разговаривать вот с лоджией, с этой там, с балкона там, неудобно, ветер свистит, поэтому я сейчас выйду просто и камерой вам без объяснений покажу, какой вид, ну, с 25 этажа на Рязань, район Дашково-Песочный. По левую сторону это жилой комплекс «Современник». В первую очередь, то есть тут дворовую территорию посмотрите. Ну, выхожу, потом просто меня не слышно, ветер сильный. Вот это двор, это
тут озеро, такой пруд искусственный. Ветер сильный, руки, честно говоря, вообще замерзли. Так что я захожу. Ой, ну хоть какое-то разнообразие вам, а то все подъезд. Подъезды, до подъезда. Может быть, тоже интересно. А реально, сегодня на улице холодно. Так, ну, двигаемся дальше. Так, сейчас я в лифте спускаюсь. Вот смотрите. Лифты Otis, лифты хорошие, скоростные. Сам потому что живу в доме с лифтом Otis. Вот, как бы вот мне нравится бесшумность и как бы быстрота. Конечно же, пока все эти лифты обшиты фанерой, потому что люди сейчас будут делать ремонт, мы понимаем, их заносит мебель, все это царапается, как бы вот таким образом сохраняется красота лифта вот на данный момент. Ух, прям в ушах заложило, потому что спуск такой быстрый. Так, ну, в принципе, все, 7-й этаж, приехали. Так, ну и подытожим. Жилой комплекс «Современник», застройщик группы компании «Единство», город Рязань, район Дашков Песочек. Это вторая очередь сдалась. Это первая сдалась, давно уже заселена. Во второй очереди есть еще непроданные квартиры. Нужна будет информация по квартирам, ценам. Ну, именно в этом комплексе или по любым другим комплексам от застройщика «Единство». Звоните мне по телефону 8-910-973-33. Также вайбер, ватсап пишите. Зовут меня Телков Сергей Валерьевич. Пообщаемся, подберем вам что-нибудь. Если решите покупать, будем оформляться от застройщика напрямую, без комиссии, переплат. То есть ипотеки, рассрочки, все, что от строительной компании, все я вам предложу. Ну и как обычно, внизу ролика прикреплю ссылку на квартиры. Ну вот в данный момент именно по современнику. Посмотрите, может быть, что сами выберете и уже сориентируйтесь. Ну, в принципе, все. Всего вам доброго. До свидания.